Многие анапчане и гости курорта уже давно знают, где в Анапе найти качественную рыбу и морепродукты. Гастроном «Север» предлагает самый широкий ассортимент даров Дальнего Востока и увеличивает торговую сеть, чтобы быть еще ближе и доступнее для своих покупателей. В новом магазине в станице Анапская также представлены все виды северных рыб – семга, форель, кижуч, кита, красная и черная икра, креветки, лангустины, мидии, кальмары. Для хранения используется техника сухой заморозки, так что за лед переплачивать не придется. Поставщик отвечает за качество каждой партии. Имеются все необходимые лицензии и сертификаты. Кроме морепродуктов, есть и море экзотических товаров из Китая, Японии и Таиланда. Приправы и соусы для рыбы и мяса. Огромное количество сладостей, фруктовые чипсы, печенье, зефир и конфеты. Совсем недавно в продаже появилась серия японских рисовых десертов с чаем матча и судзукой. Знаменитые китайские чаи и кофе, в том числе без кофеина. Все виды лапши, удоны и блюда для быстрого приготовления. По словам местных жителей, и продукция, и сервис на высшем уровне. Брала только рыбу, качеством и ценой очень довольна. Как раз вот самые-самые великолепные цены. Привлекли иероглифы, сейчас хотела бы посмотреть, что там появилось новенькое. Здесь много выбора и все есть в одном магазине, в принципе. Не надо долго ходить никуда, выбирать. Все свежее, в принципе. Все устраивает. Большим спросом пользуются соки и экзотические фрукты в сиропе, по вкусу ничуть не уступающие свежим. Кокосовая вода и молоко для вегетарианцев и тех, кто на диете. Здесь также есть чем поживиться. Экзотические продукты или рыбные деликатесы сделают праздничным любой стол. В преддверии 8 марта это особенно актуально. Постоянным покупателям скидки, специальные предложения оптовикам. В станице Анапская покупатели ждут по адресу: переулок Тихий, 27, в Анапе улица Астраханская, 75 и Парковая, 74. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.